Всем привет, друзья, канал Масалим. По работе у нас Toyota Cruiser Prado 150. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. На полу в багажнике несколько кусков вибропласта присутствует. В задней арке у нас голый металл. Также двери смотрим, голые. На полу кое-где вибропласт присутствует. Крышу показываем, также голый металл. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Toyota. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены задние арки крылья. Тщательно прокатываем валиком. Проклеим пол в салоне. По дверям смотрим, нанесли первый слой вибропласта толщиной его 3 миллиметра. Приступили клеить второй слой. Это мембранная шумоизоляция. Интегра 6 миллиметров. По крыше смотрим, что сделали. Нанесли первый слой вибропласта толщина 3 миллиметра и приступили клеить второй слой. Это мембранная шумоизоляция. Skyline 7 миллиметров. Продолжаем наши работы. Закончили клеить шумоизоляцию на Toyota. Проклеена с мембранной шумоизоляцией пол в салоне. Задние арки обработаны мембраной, используем локшот 7 мм. Также шумопоглотители нанесли на пол в багажнике. На крылья мы клеим эксперт 15 мм. Третий слой нанесли в дверях вибропласт 2 мм. Также эксперт. Мы клеим четвертым слоем в дверях на обшивке. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!